Китай буквально ворвался в Новый год с намерением максимально поддержать экономику, и многие города установили свои собственные цели роста. Это касается также Суджоу, крупного промышленного центра недалеко от Шанхая. Как именно местные власти видят этот рост, узнали наши корреспонденты. Город Суджоу провинции Цзянсу расположен в дельте Великой китайской реки Янцзы и является производственным сердцем региона. В этом году муниципальные власти поставили цель увеличить ВВП на 5%. Для этого нужно привлечь больше иностранных инвестиций и развивать высокотехнологичное производство. Таков проверенный рецепт успеха Суджоу последние 30 лет. Суджоу очень силен в производстве. Добавленная стоимость нашего промышленного сектора составляет примерно 42-43% ВВП. Мы сосредоточены на развитии реального сектора экономики. С одной стороны, активизируем наши усилия по привлечению иностранных инвестиций, с другой, поощряем заводы проводить интеллектуальную и цифровую трансформацию, придерживаясь при этом экологически чистого развития. Один из свежих примеров роста – компания Mondelez в Суджоу. Мировому гиганту по производству закусок потребовалось 50 миллионов долларов и 5 лет, чтобы завершить полную цифровую модернизацию завода. После внедрения технологий искусственного интеллекта, беспилотных устройств, интернета вещей и других, своевременная доставка выросла на 18%, а сроки выполнения заказа сократились на 32%. Компания также увеличила свою долю рынка с 23% до 28%. Во время модернизации фабрики мы усовершенствовали наше оборудование и значительно повысили эффективность работы, качество продукции и квалификацию сотрудников, а также их доход. Эта фабрика теперь по праву считается маяком для остальных предприятий. Всего в Суджоу 6 подобных показательных заводов, что является рекордом в Китае и во всем мире. Фабрики-маяки – это самые передовые производства в мире с высочайшим уровнем задействованных умных технологий и цифровизации. Они производят качественную продукцию, снижая при этом потребление энергии и уровень воздействия на окружающую среду. Это прекрасный пример модернизации хлебопекарной промышленности. Из 13 городов провинции Цзянсу именно на Суджоу приходится пятая часть экономики региона. Амбициозная цель в плюс 5% ВВП, конечно, потянет за собой рост внутреннего волового продукта всей провинции, где обозначена та же цель в 5%. Джен Цзюньфэн, CGTN.